Привет. В детстве я хотел быть Владимиром Высоцким. Ну, потому что фильм «Место встречи изменить нельзя». Вот там клёвый. И потому что песня у него со смыслом и голос такой хриплый, харизматичный. Потом я хотел быть Виктором Цоем. Потому что у него тоже голос такой харизматичный. Потому что песня со смыслом очень меня нравится. Ну и кино «Игла» произвел впечатление. Потом мне хотелось быть как группа Агата Кристи. Там есть Глеб Самойлов, есть Вадим Самойлов. Честно, я до сих пор не знаю, кто мне больше нравится. После очень Бутусов нравился. Хотелось быть Бутусовым. После Бутусова смысловые галлюцинации, как Сергей Бубнец. Потом пошло кино. Хотелось быть Штирлицем, таким крутым, как совершенно замечательный Вячеслав Васильевич Тихонов, актер, сыгравший Штирлица. Потом иностранный актер Роберт Де Ниро. Ох, как Роберт Де Ниро мне нравился. Роберт Де Ниро, он мог даже ничего не говорить, он просто так вот такие выражения лица делал. Ну что, за душу брал. Самые клевые фильмы снимает. «Хорошие парни», еще называют их «Славные парни», перевод «Казино», «Однажды в Америке» и фильм «Схватка». Потом к власти пришел Владимир Путин, мне захотелось быть Владимиром Путиным. А до Владимира Путина еще был Роман Абрамович. Роман Абрамович вообще все время молчал и улыбался. Знаете же эту фишку, у него что-нибудь спрашивают, он молчит и улыбается. Это так называемый принцип Абрамович. После Владимира Путина очень меня заинтересовал Уоррен Баффет. Это величайший инвестор, один из богатейших людей в мире. Тихий, спокойный дядя. Всю жизнь занимается тем, что просто покупает компании. Покупает и очень редко продает. Сегодня покупает и держит. Инвестиции – это на много лет вперед. Это не так, чтобы купить, продать. Это не трейдер, это не спекулянт. Это просто купить и держать. И продать либо лет через 30, либо вообще не продавать. Ну, зачем продавать курицу, несущую золотые яйца? Вот такая вот философия. Вот. А теперь я просто хочу быть самим собой. Может быть, чуть-чуть вобрав от этих всех людей. А, вот вспомнил. Теперь мне еще хочется быть как Владимир Шамшурин и Алекс Лесли. Тренера по пикапу по соблазнению. Но все равно лучше быть самим собой. А кем хотите быть вы, уважаемые мои зрители? Пишите в комментах. Счастья вам, здоровья, хорошего настроения. Подписывайтесь. Всего доброго. Пока.